Кіно ребедел. Ус. Йоу-йоу-йоу. На студийке у ребят. И текстуры. И тебе нужно... Трекинг изучаем. Сидят. Чем сейчас вообще занимаемся-то? Мы пытаемся все данные, которые у нас есть в головах, ну типа, я не ресерчил эту тему нормально, соответственно, мне интересно сперва понять сетап, с которым мы работаем, да, и какие у нас есть возможности. Вот этот проект с виртуальной студией, там у нас получилось. Он на 4.27, он не требует кейса. Это плохо, да? Они очень бледят, они по каждому уходят. Черный. Да подожди. Дальше вопрос. Дальше просто... Здравствуйте. Давай. Тот самый чел. Ну, вы видели. Смотрите на него. Тут плейбэк монитор есть, можно на него вывести картинку? Причем мне сейчас... Там же есть... Это ебучая математика. Трекеры надо дыбать, трекеры надо брать у ребят. С ними на этом счет договариваться. Джойстик — это, по сути, вот трекпоинт. Да. Если захерачить джойстик на камеру, я видел, американские чуваки так делают у себя дома, там на коленке собирали все, они трекали с помощью камер джойстик прикручивали к камере, и таким образом они двигали камеру, и все движения уже передавались непосредственно... Да, вот это нормально. Зеркало, как это прекрасно. Это не то, что у КТС были проекты? Нет. Стоит, как крыло от Боинга, каждый вот это. По сути, образуется rigid body, уникальная фигура. И в мотиве ну, ты показываешь игре, что это такое. То есть это сейчас у нас левая рука второго игрока. Вот, это все перепрошивается, очень легко пересоздается. Ну, система не самая надежная. Что это за точки? Это просто светоотражающие маркеры. У нас целый пакетик, но они все у нас покоцались. Ну, собственно, вот у нас активные маркеры. Сейчас. Так, это шлем. Вот. Вот. И он как раз трекается всеми камерами. Вот этот активный датчик. По сути, это вот... И вот эта система, Motive Body, это какая-то, да, коммерческая штука? Motive, да, Motive — это коммерческая штука от OptiTrack. Три камеры, там джойстики валяются. Кстати говоря, вот, ну да, все так, как они и были, вайвовские. Может, нам просто нужно... Паша продал вроде свой комплект вайва. Как ты считаешь, можно ли это примотать к камере каким-то образом? Свай. Нам нужно просто было сделать вот такую зону по размерам с треугольник, чтобы можно и здесь играть, и там играть. Ну, мы когда на конфах там были с VR-играми, проблема была засетапить вообще место, потому что у всех, соответственно, эти датчики, они все ну, друг друга видят. Нет, они прекрасно работают друг с другом. То есть они даже... Нет, вот OptiTrack, он любит переплетать все. Ага. Мы почему перешли на активные маркеры? Потому что когда у нас была куча пассивок, вот не дай бог, там кто-нибудь придет в светоотражающих штанах, все, до свидания. Камера, да, с офсетом таким же, как у нас есть. И перед этой камерой стоит плей, на который мы проецируем вот ту картинку, которая была с этой камеры на расстоянии, на котором... Ну, как бы надо. Ну, то есть нужно, по сути, нам нужно совместить образную матрицу 3D-камеры с реальной матрицей реальной камеры. Да, да. Три отдельных плана. И просто эти планы потом, ну, опять же, композятся. Да, да, ёбанец. Нет. Последнее, что я тестил, это вот, по-моему, вот того уровня вайвы. И сейчас же стало лучше, правильно? Да, да. Сейчас, короче, мы хотели до всех внезапных событий перейти на вот эту волшебную вещь. Это квест 2. Квест 2. Да. Ну, в смысле, что он автономный. Он автономный, да. Ну, там уже там внутри все не такой классный. А, наоборот, там прикол в том, что, во-первых, у него разрешение получше, и сетка пикселей не так видна. То есть он намного лучше, по сути. Они, конечно, прямо орут, что «Ребят, это бета!» Ты включаешь эту штуку, тебе 10 окошек предупреждением, что это бета может не работать. Ты уверен? Да точно уверен. Ну реально может не во всех играх, кстати.
Ну, короче, меню им листать удобно. То есть там жест-щипок это плюс-минус. Да, ты стоишь, короче, вот так, как дурак, жесты направляешь, но оно трекается очень хорошо. К нему никаких базовых станций уже не нужно. Вот мы хотели перейти на них. Подожди, там внутри мобильный графический процессор, правильно? Там вообще он работает на каком-то, блядь, Linux-андроидовском подобии. Ну, то есть там типа... Qualcomm какой-нибудь. Что-то вроде, да, или Qualcomm, или NVIDIA-ский. Что-то типа того, да. Tegra какая-нибудь, да? Да, но при этом его в любом случае можно подключить по проводу, который стоит 15 000 рублей. Здоровенный. Здесь еще два кулера таких стояло, короче. Она все равно периодически у них перегревалась, они ее снимали, там клали еще под третий кулер. Было очень смешно. И чуваки ее надевают, такие, бля, горячо. Тага-дага-дага, только кнопка включения. А, я ее запитал, кстати. Только она включает сейчас вот так. Вау. Тага-дага-дага. Вау, нифига, очень классно. Воу. О, это классно, мне нравится. О, да. Заходите. Да, супер. Это же просто пиздец. Короче, вы поняли, да, какие как бы круто, что все вот тут близко, рядом. И поэтому я вас так долго уговаривал. Сюда закопается. Мы можем динамику создавать. Ну и в принципе места довольно много, да? Поэтому, кстати, композить-то мы можем потом вне Unreal. Много сцен, да, уместить в одном уровне и при этом переключаться между ними. Да, это вот непросто. Про оптимизацию там тоже в лайфтайме говорилось. Снимаем, кеем, закидываем в Unreal, в оттреченную сцену, которую я записал, если мы снимаем с трекингом на камере, и там уже откеянный материал, на него уже, работая с ним, уже делаем все отражения. Ну, наверное, да, наверное, да. Вот такой вот видос. Шоколадку хочешь? Каждому по шоколадке. Я тут тоже. Ну, шоколадку хочешь?